Что купить за 3 дня до Нового года? Наверняка не ошибемся, если скажем, что еды, овощей или фруктов, куда без них, или же мясо, птицы или рыбы на горячее. Люди отправляются в магазины, и вопрос, могут ли они здесь найти то, что нужно. Процентов на 80 купили, еще немножко осталось, вот докупаем в агропарке. А что в основном берете? Фрукты, сладости, шампанское тоже. Обязательно атрибут вашего нового стола, что это? Гусь с яблоками. А все купили уже? Нет, еще гуся осталось на Новый год купить. Первым делом мы берем, наверное, атрибут большинства праздничных столов. Это птица, будь то гусь, утка или курица. Главное, чтобы тушка была качественной. Если рассматривать выбор гуся, нужно в первую очередь обратить внимание на цвет самой тушки. То есть, если свежезабитая тушка, она будет всегда грудка розовая, лапки должны быть светло-белые, то есть она не залежавшаяся, не замороженная. В следующем году увидимся еще раз. Дай бог Аллах берется. Последняя сельхозярмарка уходящего года выглядит так. Покупатели копятся у прилавков, продавцы ставят цену ниже, чем в магазинах. Вот, например, яйца, наверное, один из самых востребованных товаров к новогоднему столу, стоит 40 рублей. Очень хорошо, почаще было, только последнее в этом году. Сюда приходит. Нам здесь как хорошо. Близко. Взял на праздник помидоры, огурцы. Очень дешевые. Приятно даже. Яйца дешевые. Привезен товар именно к новогоднему столу. Селедка непосредственно, скумбрия, горбуша, семга, форель, кальмары, копчушка, соленые вещи. Да, и какой новогодний стол без легендарных оливье и селедки под шубой? Вот, кстати, рыбы, из которой будет готовиться последний салат. Скажите, пожалуйста, селедки сегодня у вас много брали? Сегодня с утра очень оживленно. Народ все покупает селедку. Видать, уже готовится к праздничному столу. Сейчас вот самый пик, да, когда вы закупаете к столу? Да, сейчас самый пик. Ну, неделю назад начали закупать. Что еще осталось? Что осталось? Куриные сердечки. Все, остальное купили. Переходим к третьему символу Нового года – мандаринам. Их запах ни с чем не спутать, но если они спелые, конечно. Если, например, взять такой зеленовой, за 3-4 дня они доспеют. Конечно, сегодня мы назвали не все, что можно будет увидеть на новогодних столах татарстанцев, но с этим Новый год можно будет встретить вкусно и натурально, а главное, эти продукты можно увидеть практически везде. Рамиль Шайдуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.